Указ этот о борьбе царя Ивана, о борьбе создателя единого московского государства с противниками единства русской земли. Ивана Грозного, Николай Черкасов. Опричники: Малюта Скуратов, Михаил Жаров, Алексей Басманов, Амбросий Бучма, сын его Федор Басманов, Михаил Кузнецов, митрополит Московской и всея Руси Филипп, Андрей Абрикосов, епископ Новогородской Пимен, Александр Мгевров, Петр Волынец, Владимир Балашов, Ефросинья Старицкая, тетка царская, Серафима Бирман. Сын ее Владимир Старицкой, Павел Кадочников, князь Андрей Михайлович Курбской, Михаил Названов, король польский Сигизмунд, Павел Масальской. 1564 год. Год создания оплота власти царской опричнины. Год, в который царь Иван в слободу Александрова ушел. Год, в который народ за царем крестным ходом двинулся царя обратно звать. Год злодейской измены князя Курбского, русские войска полякам предавшего и королю Сигизмунду перебежавшего. Поражения, блистательные победы. Разгром моих русских войск под Невером — знак к восстанию. Царь Иван от бояр в слободу Александрову сбежал, укрылся. От тех бояр московских, Калычевых умных да Калычевых немятых, грамоты пришли. Как медведь в берлоге, царь Иван со всех сторон зажат. Бояре к мятежу готовы. Царя голыми руками взять возможно. Престол московский для нового царя, друга Польши, свободным станет. Богом Господом положено Литве, Польше, Ливонии форпостом-барьером Европы стоять. Варвара московского в семью просвещенных народов Запада не допускать. Московиты живых детей едят. Земли русские плодородны, стада тучны. Недра земель богатств полны, сами русские в батраки годятся. Но сильный человек на престоле московском, мечтанием государей Европы смерть. Надо на престол московский безвольного Владимира Старицкого сажать. Надо бояр мятежных поддерживать.
Надо власть из единых царских рук изъять, вновь князьям-феодалам раздать. Расколоть единство Руси Ивановы! Расколоть на московита новым крестовым походом всех христианских государей Кирюша! Московита Западу служить заставим! Русских из Европы в степи азиатской огонь! Вива! 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 Царь Иван в Москву возвращается! Царскому уходу обрадовались? Головы себя выдали, изменники! Предатели. Землями сами править захотели. Ну и пусть! Отныне земли русские в управление вам даю. Земщиной вас нарекаю. И от той земли, а вдове долю вдовью малую себе оставляю. Города по рубежам нашим, с тех городов безопасность государственную блюсти буду. Рубежи российские защищать! Да крамолу изводить. А великого бояра моего доверия нет? Своих исполнителей воли царской, как Господь Адама из праха воздвиг, а притч ее никому не верю, а причненной нарекаю. Честь твоя не от Бога! От Лукавого! А который царство свои исконные обычаи перестанавливает, тому царству недолго стоять! Федор Калычев! Молчи! Молчи, владыка! Суров со мной, Федор Калычев.
Калычев. Что жесток, друг? Пожалеть бы надобно. Я не Калычев. Я смиренный инок Филипп. Волю Господа творю. И твоим делам не пособник. От юности моей я вражду положили бояре великому князю московскому. После смерти отца мать извели. Отравили! Иван Васильевич шел за благо договор торговый заключить и за пропуск товаров по Балтийскому морю платить Великому Ганзейскому союзу немецких торговых городов. Великий князь московской передумал. Договор с орденом меченосцев Ливонских заключает. Крепко перекупили Шуйского. Ганзе, Ганзе, да и ближняя дума Ганзе порешила. Воля великого князя и решение думы отменить. Я и слово государева дано. Великий князь и слово своему один хозяин. Хочет, даст. А хочет, отменит воля великого князя закон. Но воля великого князя Ганзе немецкой отдать. Воля великого князя привилей Ливонскому ордену вручить. Воля великого князя закон. Надобно. Ливонцам платить будем. Ганзейцы государству полезнее. Не государству, тебе полезнее. А тебя ливонцы купили. Ганзейцам платить надобно. Ливонцам платить будем. Никому платить не будем. Никому платить не обязаны. Приморские города деды наши строили. Потому земли те исконные наши вотчины. Москве принадлежать должны. Дураков нет, приморские города обратно отдавать. Что с воза упало, то пропало.
добром не отдадут, силой отберем. Силой? А откуда силу такую взять? Сила русской Вани Расторговна по боярским карманам разошлась. Уморил есть. Господи! Убери ноги с постели. Убери, говорю. Убери с постели матери. Матери, вами псами изведенной. Я пес. Сама она сукою была. Стелепневым кобелем путалась. Неизвестно, от кого она тобою ощенилась. Сучье племя. Взять его! Старшего боярина псарям выдал. Сам властвовать стану. Без бояр. Царем буду. Силы многие в плане держу. На волю народа облакочен стою. Силой железной опричный опоясан. Врагам не приступен. Близости дружеской лишен. Дружбою Господом обойдет. Некому голову на грудь склонить, не с кем горе, радость разделять. Один я оставленный. Был ближайший друг Анастасия. Оставила меня. Был мне курбский друг. Изменил он мне, и мне, делу великому. Ни крамолы боюсь, ни ножа, ни яду, ни предательства. За себя не страшно мне, страшно за дело великое, молодое, начатое. Нету дела более великого, чем по старине державой владеть. По примеру отцов, дедов, прадедов править. Бояр слушать, с боярами власть делить. Врешь, чернясь, несешь околесицу. Не желаешь слушать пастыря? Так сиди один. Поносимый, обреченный, проклинаемый один. Не как царь, как друг прошу. Тяжким бременем власти раздавленной. Не бросай меня в одиночестве. Будь со мной. Помогай крепить державу российскую. И прими для сего на Москве митрополию московскую. Дашь мне право пред тобой печалываться, за осуждаемых тобой заступаться? Нет, напрасно осуждаемых! Стой! В
быть, по-твоему? А что власть такую над собой попу даешь? А что от попа невежи униженье принимаешь? Не твое, пес, собачье дело. Знаю, пес. Пес и есть. Да предан пес. Не выдаст пес. Зря попа псу предпочитаешь. Знаю. Дружбы ищешь. Без друзей тоскуешь. Ради дружбы готов попу в ножки поклониться. А того не ведаешь, что Филипп одно норовит, как бы рясой врагов твоих прикрыть. Хорош друг. Чай не лучше Курбского. Имени того называть не смею. А, любишь Курбского? Знаю, не изменой его скушаешься, а потери друга скорбишь, по ночам не спишь. Молчи, пес! Преданных друзей не ценишь, ласки царской жалеешь. Тем, кто за тебя живот свой кладут, тем, кто плечами могучими власть в тебе поддерживают. Плечами народа поддержан стою. Волей народа крепок. Божий глаз в той воле слышу, волей Божьи дела вершу. Царь молю, не давай попу воли, никому не верь, власть не веришь. Силу применять! Понимаю. Слово дал попу. Обещание. Понимаю, слово не вернешь. Понимаю, поступить так надобно, чтобы слово царское в силе сохранить и чтобы изменников извести. Чай об этом сокрушаешься. Выход есть. Смерть один. Да не смерть, а так пес. Рыжий пес, малюта, один весь грех на себя возьмет. Душу за царя положу, душу свою погублю, да святость слова царского соблюду. Гончий пес чего творит? Коли зверь хитрит, стрелою в нору летит. Обгоняет, вскакивает, зверя обходит. Папа, обскакать, обойти предлагает. Так начать, чтобы заступиться не успел. Душу за царя положу. И пес. По ласке царской сокрушаешь. Что вершить положено верши, волей Вышнего суд и казнь твори. А чтобы поп вступиться не успел, вот мы с его дальних родичей Калычевых и начнем. Калычевых умных, да Калычевых немятых, вот мы их и примнем. Иван, по какому праву меч карающий заносишь?
Да минует меня чаша сия. Не минует. Хотя иные чаши ядом полны. Чаша? Чаша. Отравили юницу мою! Кто царице чашу последнюю, предсмертную, подносил? Тебе кто подавал? Ефросинья! Ефросинья? Неужто она тетка царская? Родная кровь! Молчи! Про то прозрение никому сказывать не смей! Покуда сам не доищусь. Идем! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Государь, царь и великий князь Иван Васильевич сия Руси судил бояр своих, изменников Калычева умного, да Калычевых немятых, которые бояре с королем польским сносились и землю русскую от власти наземную предавали. Иван Васильевич сия Руси приговорил за измену делу государеву голову долой. Царя смири, царя церкви отлучи. Монастырь вернулся. Это смеешь?
коль царя не опускаешь, перед Богом ответишь. Владыка! Управа на царя, защиты, делу боярскому прошу. И не прошу, владыка, требую. Не защиты царя, на царя узды прошу. Не прошу, требую. Видит Бог, не за себя, не за родичей своих, умученных. За дело боярское меч подымаю. Есть управа на царя. Хоть и в рясе я, все же Калычев. Хоть и Калычев, но и церкви князь. Хоть и в церкви царю не устоять. Быть на завтра всем в соборе. Согну царя. Смирю. Раздавлю церковью. Действо пешное о том, как ангел Господень трех отроков, Анания, Азария и Мисаила, из пещи огненной халдейской вывел. Обвергнул их в пещь огненную грозный царь языческий Навуходоносор. А ныне перевелись те ангелы. Царюва, Шарова, царя не слушались? Не слушались. А мы вергнем их в печь и начнем их жечь. Старуха, баба,
тетку царскую не трожь, дому своему сама царица. Так и хряснула по мордам дружину твою молодецкую. Узнаю родную кровь. Тут бы старицких всем гнездом за раз и прикончить. В противлении царской воли провинились. Не твое, Алешка, дело царя учить. И не твое, Федька, дело руку на царский рот поднимать. Все равно не дам в обиду Ефросинью. Покуда теткою царской именуется, покуда матерью царя, нового царя, боярского царя, быть не вздумает. А вы место свое знаете, Басмановы. А про чашу с ядом забыл? Молчи! Молчи, Федор, про подозрение великое. Даст Бог, не она виновная окажется. Не узнаю царя православного в нецарских одеждах. Не узнаю царя православного в деяниях языческих. Что тебе, чернец, за дело до наших царских деяний? Кровожадного зверя деяний твои! Молчи, Филипп! Не прикословь державе нашей, не то постигнет тебя гнев мой. Новоходоносор! Жжешь, Иван, ближних своих огнем! Но и к ним снизойдет ангел с мечом и выведет их из темниц. Молчи, Филипп! Покорись в церкви, Иван. Покайся. Упраздни опричнину, пока не пришли последние времена. Иван, разни опричнину, пока не пришли последние времена! Молчи! Это грозный царь языческий! Марка, это грозный царь языческий!
Федька. Она! Отныне буду таким, каким меня нарицаете. Грозным буду. Филиппа взяли. В монастырь не отпустил. Лютым судом судить будет. Засудит. Кабы по старине боярским судом судили, не дали бы Филиппа в обид. Не старое поминать. Выхода искать надо. Выхода нет. Выход есть. Один выход. Последний. Царя убить. Либо царя убить, либо самим на плаху ложиться. А кто убьет? Только чистый сердце, подвига подобного достойный. Полынец, Петр. Я на подвиг рукополагаю. Придите, последнее целование. Дадим, братья, рабу Божьему Петру, бывшему в мале с нами. Предается во гробу, камнем покрывается, а тьму вселяется всех сродников и другов ныне. Озвучается. Смертный погребается. А земли церковные посягну, изничтожим зверя. Надо бы спасти Филиппа. Ведь за нас он гнев Ивана на себя приял. От того сия зависит, кто в суде судить Филиппа будет. Кто за старшего в суде? Кому золото, меха, посуду посылать? Я за старшего в суде. Стало быть, спасен. Стало быть, погиб мученик Филипп. Делу нашему нужнее мертвый мученик. Святой для борьбы страшнее мертвого. Бога и царю не одолеть. Сел клобук, но черт. Ибо что ты меня на власть толкаешь?
на заклание отдаешь. Да. А потом всю жизнь казнится. Его перед собой видеть, вечным видом его, взглядом его, делом его укоряться. Уж чего-чего, а этого тебе бояться нечего. На престол взойдешь, первым делом цареубийцу казнишь. Да ни одного его. Государь не должен уклоняться от пути добра, ежели возможно. Но должен
пати на путь зла, ежели сие необходимо. Я, великий государь, чашею зеленого вина, а брата своего двоюродного, Владимира Андреевича, великий государь, к трапезе царской пожаловать просит. Божий перст. Петром на пир и поедете. Да не позабудь в новый кафтан обрядиться. Напомним. Божий перст, делу нашему удача. Пустая. Thank you.
ты меня, брат Владимир. Нет в тебе любви ко мне одинокому. Сирота я покинутый, пожалеть меня некому. Не гоже свою земщину якшаться. Лучше всех со старицкими. Не тебе, Алешка, царя учить. Не тебе руку на царский рот подымать. А не ты ли учил дубы роды корчевать? Царский род родам род. И подобен не дубу земному, но древу тамаринду небесному. А не мы ли новый лес вокруг тебя вырастающий? Не затем дубы кружу, чтобы синнику убогому место расчищать. Рода царского не трожь, близость кровную к царю святыней почитай. А не мы ли ближние тебе с тобою иною, пролитою кровью связаны? Не родня вы мне! Вы холопья мне, от гноища поднял вас, чтоб бояр изменников подмять. Через вас волю свою творю. Не учить, служить ваше дело, холопья. Место свое знаете, Басмановы. Боярским пороком захварываешь, Алешка. Местничество. Другим завидуешь, сам рядом с царем сесть хочешь. Я святой обет давал, с боярами и земщиной не знаться. Сирота я, какие ты, любить жалеть меня некому. Thank you.
Почему среди челяди человек епископа Пимена? Его Пимен Владимиру Андреевичу отписал. Вместо меня. Не отгадаешь. А я и говорю, какая радость царем быть. Заговоры, казни. А я человек смирный. Мне бы чарку залить, да козла подоить. Истина, истина, какова радость царем быть. Тяжело дело царское. Вот я и говорю. На что мне сие? А она свое тянет. Бери, бери шапку, бери, бери бармы. Бери шапку. Бери. Бери, братик, бери. Почему бы не взять? Братик, возьми. Принеси уборы царские. Thank you.
Прекратим блудодейство окаянное! Воззовем, братья, ко Господу! Помним о часе смертном. Собор веди. Стало царю отступать. Царю надлежит всегда впереди идти.
сияет Русь под державой боярского царя Володимира. Все одно ничего не скажу, никого не назову. По что его держит? Царя не убивал. Он Шута убил. Отпустите его. Не Шута убил, злейшего царского врага убил. Благодарствую. А ее? Ее? Ooh.
ради русского царства великого. Подобает всегда царю осмотрительным быть, ко благим милость и кротость, злым же ярости мучения. Ежели сего не имеет, не есть царь. Ныне на Москве враги единства русской земли повержены. Руки свободны. И отныне засверкает меч справедливый против тех, кто извне посягает на величие державы российской.